Вышло так, что мальчик Вова был ужасно избалован. Чистенький и свеженький был он жутким неженкой. Начиналось все с рассвета. Дайте то, подайте это, посадите на коня, поглядите на меня. Мама со стороны бабушки жарит ему оладушки. Бабушка со стороны мамы разучивает с ним гаммы. А его любимый дед, в шубу теплую одет, час, а то и все четыре ходит, бродит в детском мире, потому что есть шансы купить для мальчика джинсы. Мальчика ради тети и дяди делали невозможное. Пекли пирожное, дарили на перегонки велосипеды и коньки. Почему? Да очень просто. Делать тайны не хотим. В доме было много взрослых, а ребенок был один. Но сейчас бегут года. Как нигде и никогда. Год прошел, другой проходит. Вот уже пора приходит с дисциплиной дружить, в Красной армии служить. Вова в армию идет и родню с собой ведет. Запомни, через две зимы. В расположение части приходит Вова. Здрасте. Это вот сам я, а это вот мама моя. Мы будем служить вместе с нею, я один ничего не умею. Дали маршалу телеграмму. Призывник Сидоров привел с собой маму. Адъютант получил телеграмму. Алло. Призывник Сидоров привел с собой маму, хочет с ней вместе служить. Алло, вас слушают, алло. Адъютант не рискнул доложить. Час прошел, другой. Увы, нет ответа из Москвы. «Ладно», — сказал командир полка. «Так уж и быть, служите пока». Рота! В тот же день за мамой вслед в части появился дед. Бабушка с подушкой и тетя с раскладушкой. Ребенок без нас пропадет, на него самолет упадет. От рассвета до заката, вот рабочий день солдата. Чернявая девчина в саду ягоды рвала. Здесь все состоит из неписанных правил. Не можешь — научим, не хочешь — заставим. Помнить должен каждый. В столовой и в строю. Тяжело в учении, зато легко в бою. Калина чернявая девчина в саду ягоды рвала. Маруся, раз, два, три, Калина, чернявая девчина, саду ягоды рвала.
Желаем вам, товарищи, воины, здоровья и новых успехов в вашей жизни. Праздник, который всегда с тобой. Это отбой. Не зря говорит народ. Солдат спит, а служба идет. Снова утро. Полигон. Море целое, погон. Солнце, музыка. И вот Вовин взвод идет в поход. Первым весел и здоров идет сам Вова Сидоров. Он идет в одной пилотке, остальное отдал тетке. И батон наперевес. Как устанет, так и ест. Рядом с ним идут упрямо тетя, бабушка и мама. А немного в стороне дед на вороном коне прикрывает правый фланг, левый прикрывает танк. Так они за метром метр прошагали километр. Мама видит сеновал и командует привал. Бабушка с дедом занялись обедом. И Вове понемножку дают за ложкой ложку. Ты за маму съешь одну, ты за папу съешь одну, еще одну за старшину. Ну и за полковника не менее половника. Как закончился обед, сразу начался совет о походах и боях, о военных действиях. Так кого мы пошлем в разведку? Разумеется, бабку и детку. Пусть они будто два туриста проползут километров 300, чтоб узнать, где стоят ракеты и какие еще есть секреты. На-на. А кто будет держать оборону? Позвоните дяде Андрону, он работает сторожем в 300. Всех врагов он уложит на месте. Позвоните племяннику Вите и Петру Кузьмичу позвоните. Дядю Игоря срочно найдите. Борю, Зину, Семена зовите. Ты покинул берег свой родной. Ну а Вова, пускай отдохнет. Он единственный, наша отрада. Охранять нам Володеньку надо. Дайте маме ручной пулемет. Не было в полку такого сраму. И тут как раз подают телеграмму. В телеграмме одна только строчка. Посторонних убрать! Точка! Так что Вова Сидоров вырос просто будь здоров. В двух словах он был таков. Глуп, ленив и бестолков. Хорошо, что другие солдаты, совершенно другие ребята, могут сутки стоять в дозоре, плыть на лодке в бушующем море, в цель любую попадут и никогда не подведут. Если б были все как Вова избалованные, были б мы уж давно завоеваны. Но поверьте солдатскому слову, что исправим мы даже и Вову. Направо. Шагом. Марш. Письма нежные очень мне нужны, я их выучу наизусть. Через две зимы, через две весны отслужу как надо и вернусь. Запомни, через две зимы